Это самое, молнию можно кайтить. Просто отходи от него. Так, первое сердце готово. Сейчас щит будет, да? Да нет. А вы из чего по сердцу стреляете? Из всего. Бля, я, честно говоря, не... Ой, посмотри, молния пошла. Вот это молния? Да. Молния — это херня, которая корабли соединяет, или что? Торгует. Открыто. Фига, она так дамажит? Да. Ебать. Ты почувствовал мою мощь? Слушай, вот ну блин. Не, ну слушай, это соло, наверное, дико. Совсем дико. Ну, не знаю. Да, чё? Как бы танкан. Ну я попробую. На тебе биохазарда на форме 3, 2, 1. Ладно, сердце дамажу. А фиксак больше, что ли, ракетами, мне кажется? Да ты просто меньше спамишь. Я просто не помню, сколько тут времени. Слушай, я не смотрел. Слушай, ну это групповой контент, конечно. Тут прям видно. Ну, ты сам групповой. Понимаешь, что даже вдвоем потом просто на нормальных хитах его можно. Вдвоем, наверное, на анакондах, да, я думаю. Ну, но либо... опять же, как анаконда будет танчить этот. Как анаконда будет танчить. Господи, бустер. Как его. Молнию-то, на 7 бустеров будет. Молнию. Анаконда на бустер? Прикалываешься, что ли? А молния, она по корпусу или по щиту? Да, она, ну я не знаю, как корпус, я не проверял. Открыто сердце, смотрите. Так у вас же на этой, на 3D модели лепесток мигает, смотрите какой. Вот он. То есть когда оно открыто, оно, короче, мигает, да? Да, на 3D модельке. Сразу же сказали. Ну да, вижу. Эх, злые вы, дядюшки. У каждого свои способы. Контакт не нужен. Слушай, мы понюхались с ним, теперь играем все просто. О, дернулся. Играйтесь. Так, последний осталось. Она уже открыта, кстати, по-моему. Да, уже горит, ага. Почему он Эми не дал? Сейчас отключаемся. Вот-вот сейчас Эми будет. Пипки бросьте на щиты. Вот Эми пошло. Ага. И где? А, блин, стрим же тормозит, точно. Это что такое? А, это он говном вас мажет. Чуешь? О, ко мне полетел. Это всех мажет? Реально всех? Нет, не всех. А долго? Только того, кого помазал. Только того, кого помазал. Включились. Сейчас опять выключимся. Ну да. Ага. Он сейчас память начнет. Давайте еще только пробивать. Опять. Что опять? Что опять? Открыто. Не-не-не, он опять сейчас заряжает этот говно, по-моему, нет? Да, сейчас пизды получит. А прикиньте, сейчас все отключены, потом открывается портал и прилетает второй. Ну, кстати, да, вообще в таких этих бывает прилетает второй. Менты приехали. Торговецкие. Торговецкая служба безопасности. Я-то, кстати, подумал, это ведь всего один, а если их два? Да там вопрос стоит в боеприпасах просто. Ну да. Если их двое, это ну не очень. Синтезировать можно. Или эти ракеты особо. Нет. Нет. Нельзя. А чего вот это за зеленая херня вокруг него появляется? Так его щиты выглядят. Не, он когда что-нибудь кастует. Вот когда он что-нибудь кастует, он. Шаманов. Ну вот, у меня стекло. Нормально, там уже половины торгоида нет. Так половины торгует, а там уже половины. Куски отлетели. Я так помручусь, я что-то не заметил. А чё за херня? Вот корабль море-то, допустим, соединяет с торгоидом, такая
не знаю, красноватое. Это он прям яйцо. Готов. Да, все, все, все. Вы только не залетайте в дрянь, которая после него останется. Поздравляю. Или не готов. Сколько минут его перейдет? Не, погоди, погоди, еще не все. А, там немного осталось добить буквально. Вот шишечки. Он задолбал своими щитами. Ну, о, ты че? Еще один пошел. Там уже от него ничего пролетел. Не смысл ракеты спамить, если он уже... Походу он на меня... Так, походу он на меня посыл. Ракетами он тоже снимается и все. Ракетами тоже сейчас снимается. Что он там делает? Где мы? Я не вижу. Я тоже. Сейчас посмотрю так камерой. Что-то нехорошее. Нихрена он там восстанавливает. Не, просто атакует. Хрена он мне снял 60% хп за то время, что я... Так, был... 5% хп у него уже добиваем. Лол, у меня была одна полоска щита и 100% после того, как готов. Я остановился. Да, все. Отлетай, у меня 40% сейчас, вот сейчас, сейчас тебя помажет, сейчас тебя помажет. Тихо, сейчас помажет. А, блин, задело. А я чистил. Так сколько минут своего перелета-то? Детали вооружения. Ну, уже минут 15, по-моему, прошло. Ты чё у меня турели в оливку стреляют? Кто-нибудь знает, сколько все это стоит? Не знаю. Ну, погоди, погоди, погоди. Биомеханические кондуицы — это, короче, материалы для крафта. Смотри, тут торговецкое сердце. Чё ты знаешь, что будет? Торговецкое сердце лезет. Надо его съесть. Где, подожди. Получен контракт на сумму 2 миллиона? Да. Вот это, кстати, вот это, кстати, уже как раз, да. На ХП свое смотрите, пожалуйста. Да, да, вижу. А у меня не жас. Походу, нехило тогда мажет. Я не знаю, да. Я его подбираю. Да, ну, слушай, мне кажется, я сейчас... Не, это прикольно. Не спорим. Но как это в соло-то убивать? Да нет, так никто и не говорил, что это в соло нужно убивать. Бля, слушай, я сейчас... Интересно. Это первый в элите реально групповой контент. А ты хочешь его в соло проходить? Слушай...